Несмотря на то, что детали «Холостячки 2» держатся в строгой тайне, стало известно имя второго участника проекта. Им стал Александр Борзенко. И он является главным патрульным в городе Кременчуг. А по его фото в Инстаграм можно сделать вывод, что он любит активный отдых. Также он недавно стал отцом, о чем рассказал у себя в блоге. Точнее, крестным отцом. На своей странице в Инстаграм Александр рассказывает, что любит путешествовать и водные виды спорта. Он отличается атлетическим телосложением. Мужчина общительный и харизматичный. Любит стильные вещи и дорогие аксессуары. Также стоит отметить, что Злата недавно приоткрыла тайну и призналась, что все мужчины хороши. Но с одним она почувствовала настоящее притяжение. По словам девушки, ее сердце сможет покорить уверенный в себе, романтичный и драйвовый человек. А у меня на этом все. Услышимся!